Здравствуйте, мои уважаемые друзья! Я с помощью этого тренировочного китайского ножа, не удивляйтесь, это нож, вот такие у них бывают ножи, значит, мы покажем, как боксер защищается от ножа. Это пассивная защита боксера. Как вы думаете, если вот таким вот ножом мы резко проведем на уровне рук, сможет ли боксер защититься от ножа? Смотрите, значит, раз, и рук нету. Ведь это все очень быстро. Значит, такая защита не подходит. Бокс, кикбоксинг и другие спортивные единоборства не годятся для нормального реального боя. Если против вас будет несколько человек вот с такими вот ножами, какую технику вы сможете использовать? Вот. Ведь если человек попадет вот таким вот движением, ну-ка еще раз, да. Он же меня пополам разрежет. Давай еще раз. А тут мы отскочили. Я вот так и представляю, как боксеры, кикбоксеры в трусах, в боксерских перчатках бегают по лесу, а за ними бегают люди вот с такими вот ножами. И они проверяют там свои спортивные боевые навыки в реальной ситуации. Я просто представляю, как они реально там справляются с тем, чтобы их не порубили на капусту с помощью исключительно боксерских техник.